Модернизация Топарской ГРЭС обеспечит увеличение количества вырабатываемой энергии. На развитие малого и среднего бизнеса в Абайском районе планируется потратить 868 миллионов тенге инвестиций. Накануне в городе Спутники состоялось совещание, где обсуждали вопрос развития Абайского района. Подробнее Антон Александров. За счет бюджетных вложений в Абайском районе будут реализованы 7 проектов. Это 1,9 миллиардов тенге инвестиций, говорит Бауржан Асанов. Вложения в развитие малого и среднего бизнеса планируются на уровне 868 миллионов тенге. В экономику района вложены инвестиции порядка 20 миллиардов тенге. Объем строительных работ возрос на 41,7% и достиг 28 миллиардов тенге. Уровень безработицы снижен до 3,4%. Трудоустроено 1930 безработных. В рамках антикризисных мер в Абайском районе реализовано 42 инфраструктурных проекта с созданием более 400 рабочих мест, рапортуют чиновники. К примеру, в прошлом году за счет областного бюджета провели ремонт учебных корпусов и лаборатории Абайского многопрофильного колледжа. Сегодня здесь реализуется республиканский проект «Джаз Маман», благодаря которому учебное заведение приобрело современное сельскохозяйственное оборудование. Функционируют здесь и центры подготовки и переподготовки кадров. Особое внимание уделяют развитию информационных технологий. Работа на нем в полеводстве, приобретение навыков и дополнительно еще вождение. Объем строительных работ в Абайском районе составит 22,7 миллиардов тенге, рапортуют чиновники. Ожидаемые показатели будут достигнуты за счет сдачи в эксплуатацию пятиэтажного крупнопанельного дома в городе Абай, а также 18-квартирного жилого дома в поселке Топар. Планируется также построить за счет частных инвестиций 70-квартирную блок-секцию. В целом, в районе и в городе определенная работа в прошлом году проведена, бюджет увеличен значительно. Сейчас понятно, в связи с возможностями ДКЗ и других программ, некоторые вещи не можем финансировать, но в целом я хотел бы отметить, что практически все вопросы, которые Аким поднимает, мы поддержали. Например, канализация Харабас, жилье кредитное, более того, дополнительно готовы дать почти под миллиард на данное жилье. В рамках встречи отметили хороший качественный урожай, полученный местными сельхозтоваропроизводителями. Аким области поручил проработать вопросы строительства и инвестиций. Важно обеспечить достижение запланированных показателей по итогам года. Антон Александров, Рустам Бараев, Николай Шевелев, Пятый канал.